Майя Санду в предвыборную кампанию говорила очень красиво. Ей записывали великолепные ролики, дорогие, серьезные, профессиональные ролики. И где она четко обозначала, что для нее все граждане страны одинаково равны, что она будет общаться со всеми гражданами было страны, такое, что да. она будет учитывать мнение всех граждан страны, независимо от языка. Более того, она говорила, не слушайте тех, кто говорит о том, что я там против таких-то либо таких-то. Да, многие поверили. Многие поверили в эти все красивые ролики, в эти все сказки. И сегодня люди возмущены тем, что на самом деле политика однобокая. Ты не можешь объединить общество, если ты идешь только радикально с одной частью общества и с одной частью граждан.